День, дорогие друзья, сегодня у нас 7 сентября 2019 года, и я продолжаю наши стандартные обзоры. Этот обзор я посвящу романсам ожившей поэзии. Вы послушаете романсы на стихи Глены Воленберг, на мои стихи, на стихи Татьяны Бродской, на стихи Ольги Мельничук, на стихи Александра Сергеевича Пушкина, на стихи Ларисы Рубанской, на стихи Булата Куржава, если успеем, на стихи Галины Высоцкой. Но, пожалуй, больше мы и не успеем. Итак, начинаем наш, по-моему, это 234-й обзор. И мы его посвятим, назовем «Романсы ожившей поэзии», часть, наверное, 9-я. У нас много уже романсов прозвучало в рамках наших обзоров. Начинаем с романса на стихи Галины Воленберг «Повеяло прошлым». Везде музыка исполнения Самуила Промоевича. Видео из интернета. Сейчас я звук включу. Это с Галины Воленберг. Музыка исполнения Самуила Промоевича. Песня называется «Повеяло прошлым». Повеяло прошлым. Ты здесь где-то рядом. Случайно коснулась. И радость от встречи, и боль от потери. Мы знаем, что этого мы не хотели. И радость от встречи, и боль от потери. Мы знаем, что этого мы не хотели. Случайно, и сердце забилось в тревоге отчаянно, душа без подсказки рванулась к твоей. На улице холод, вдвоем мы теплее, душа без подсказки рванулась твоей. На улице холод, вдвоем теплее. Повеяло прошлым, счастливым, печальным. И тот поцелуй, он ведь был не случайным. Года зачеркнули все свой дожди, шептали друг другу, ты жди, не жди, я знаю, ты здесь, протяни ко мне руки, мы сможем простить через годы разлуки. Повеяло прошлым, его не забыть. Нам Богу дано было просто любить. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Крумович. Друзья, послушайте мою новую песню «Романс», «Экспромт», которая назвала «Звучит романс, и сердце замирает». Слова, музыка, исполнение Самуила Крумовича. Видео из интернета.
звучит романс, и сердце замирает. Романс, и сердце собирает. Мелодия любви зовет куда-то, и не сложилось счастье. Любовь, жестокость виновата, ты не услышала моей печали, прошла ты мимо, не заметив слезы, тебя другие очень волновали. Ты убегала в неизвестность грезы, а я страдал, молил тебя услышать мои слова, мелодию любви и нежность. Но ты летела, ничего не слыша, тебя манила только неизвестность. И так мне успели объясниться, звучал романс, ему ты не внимала, как птица ты летела и летела. Звучит романс, и сердце замирает, мелодия любви зовет куда-то, и не сложилось счастье. Любовь, жестокость виновата, и не сложилось счастье, и не любовь, жестокость виновата. И сердце замирает, мелодия любви зовет куда-то, и не сложилось счастье. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Песня «Экспромт». Звучит романс, и сердце замирает. Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Видео из интернета.
друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт, романс, осенняя танго, наши разлуки». Стихи замечательной поэтессы Татьяны Бродской, музыка исполнения Самуила Абрамовича, видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Ольги Мельничук. Композиция называется «В твоих голосах такая власть». Музыка исполнения Самуила Абрамовича, видео из интернета,
из цикла «Ожившая поэзия». В твои глаза такая власть над бедной моей душой. Без них я не могу дышать, без них уйду я в мир иной. В твоих глазах такая власть, люди безгрешной и святой. А все звезды бездне той горит огнем. Земная страсть, в твоих глазах такая власть, любви безгрешной и святой, а в синей звездной бездне той горит огнем земная страсть. В твоих глазах такая власть, холодных два колодца в труб, и спин прохлады можно всласть, жар блящий в них испуг. В твоих глазах такая власть, они озерами глядят, приснится звездам вновь сия. В глазах такая власть, они озерами глядят, в ресницах звезды вновь сиять. Любить, любить они велят. В глазах такая власть, гармонии синие манит круг. Я буду нежно целовать глаза небесные, мой друг. В твоих глазах такая власть, гармонии синие манит круг. Я буду вечно целовать глаза небесные, мой друг. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Хомович, музыкально-политическая композиция «Романс», «Экспромт», «В твоих глазах такая власть». Стихи Ольги Мельничук, музыка исполнения Самуила Хомовича, видео из интернета. Друзья, послушайте новую песню «Экспромт» на стихи великого Александра Сергеевича Пушкина «Когда в объятия мои». Музыка исполнения Самуила Фрумовича, видео из интернета, песня из цикла «Ожившая поэзия». Освобождая стан свой гибкий.
друг, мне недоверчивой улыбкой безмолвно от стесненных рук освобождая стан свой гибкий, ты отвечаешь, милый друг, мне недоверчивой улыбкой прилежно в памяти храня измен печальные предания. Ты без участия и внимания уныло слушаешь меня. Кляну коварные старания преступной юности моей и встречи сломанных ожидания в садах безмолвий ночей. Кляну речей любовный шепот стихов, таинственный напев и ласки легковерный дев и слезы и поздний ропот. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт», которую я написал на слова замечательной поэтессы Галины Воленберг. Песня называется «Грустит душа, устав от одиночества». Музыка исполнения своего Крумовича. Грустит душа, устав от одиночества. Наверное, тоскует о тебе. Ей наплевать на странные пророчества и на гадания на моей судьбе. Ей наплевать на странные пророчества и на гадания на моей судьбе. Она не хочет верить в предсказания и вражбе цыганок по руке. Есть у нее заветное желание прижаться с нежностью к твоей душе. Есть у нее заветное желание прижаться с нежностью к твоей душе и вместе слушать треск огня в
камине, смотреть на снег, кружащий за окном, и знать не до одиночества отныне. Моя душа теперь с твоей вдвоем, и знать нет одиночества отныне. Моя душа теперь с твоей вдвоем. Душа не хочет прозябать в разлуке, по снегу босиком пойдет к тебе и спрячется в твои родные руки, родней которых нет на всей земле, и спрячется в твои родные руки, родней которых нет на всей земле. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Друзья, послушайте новую песню, романс «Храни его любви», стихи Алены Славской, музыка исполнения Самуила. Фрумович из цикла «Жившая поэзия». Видео из интернета. Давно забыли Аморе мио, летя из прошлых дней, пригрезится во сне, и сбудутся мечты, и так неповторимо душа впадет в любовь однажды по весне, и сбудутся мечты. И так непоправимо душа впадет в любовь однажды по весне. Я слышу, как звучат волшебные напевы, который век подряд вершится маскарад. Маску нацепив, молоденький Ромео, верили в небес, спешит вечерний сад. И маску нацепив, молоденький Ромео, верили в небес, спешит вечерний сад. И вот они летят по замкнутому кругу, поет и пляшет люд, веселый длится пир. И шпагов нажив, Ромео мстит за друга, и болью дышит мир, и вечно жив Шекспир. И шпагов нажив, Ромео мстит за друга, и болью дышит мир, и вечно жив Шекспир. Ты спросишь о любви, куда она умчалась, сморозишь не в попад про сказку для ребят. Помедли, погоди, поверь хотя бы малость, добычи ждет кинжал, готов забвенье
стоят. Помедли, погоди, поверь хотя бы малость, добычи ждет кинжал, готов забвенья яд. А потому оставь вчерашние раздоры к пустынным берегам, в разлуке не спеши. Окончится зима, весна наступит скоро, храни вино любви на донышке души. Окончится зима, весна наступит скоро, храни вино любви на донышке души. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович, песня «Экспромт». «Храни вино любви». Стихи Алены Славской, музыка исполнения Самуила Фурмовича. Видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи, найденные в интернете, стихи Фаины Соколовой. Композиция «Романс» называется «Ах, как холодно мне». Музыка исполнения Самуила Фурмовича, видео из интернета, из цикла «Жившая поэзия». Как холодно мне, без тебя не могу. Не смеюсь я, как прежде, тоска лишь в глазах. Замерзает любовь алой розою с неба. Счастье призрачным солнцем не греет в лучах. Замерзает любовь, а на розы снегу. Счастье призрачным солнцем не греет в лучах. Ах, как холодно мне без твоих нежных рук, без твоих теплых слов замерзает душа. Тишина и тоска, словно замкнутый круг, сердце боль живет, все надежды круша. Тишина и тоска, словно замкнутый круг, сердце болью живет, все надежды круша. А как холодно мне, тьмой застила свет, на распутье дорог ни звезды, ни огня. Я кричу в пустоту, только эхо в ответ, словно тени вокруг окружают меня. Я кричу в пустоту, только эхо в ответ, словно тени вокруг окружают. Ты услышь ко мне, поспеши поскорей. А как холодно мне, приходи, обогрей.
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомыч, музыкально-поэтическая композиция «Экспромт». «Ах, как холодно мне». Стихи Фаины Соколовой, музыка исполнения Самуила Фомыча, видео из интернета. Друзья, послушайте мою новую песню «Романс». Экспромт на слова замечательной поэтессы Ольги Мельничук. Романс называется «Судьбой редкого вина». Музыка исполнения Самуила Пармовича. Видео Светланы Цаловой. Романс «Судьбой редкого вина».
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович. Песня из «Пром» с судьбою «Редкого вина». Слова Ольги Мельничук. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого Александра Сергеевича Пушкина. Композиция называется «Я пережил свои желания». Музыка исполнена Самуилом Фомовичем, видео из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страда, плоды сердечные. Пустоты под бурями судьбы жестокой увял цветущий мой венец. Живу печальный, одинокой, и жду, придет ли мой конец. Пораженный, как буре слышен зимний свист. Один на ветке обнаженной трепещет запоздалый лист. Я грешу свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты, остались мне. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фомович, музыкально-поэтическая композиция «Экспромт». Я пережил свои желания. Стихи Александра Сергеевича Пушкина. Музыка исполнения Самуила Фомовича. Видео из интернета. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательных. Позвонила, стояла она, ступенькой и ждала. Я обомлела, когда дверь открыла.
бы я дала, волшебной была, я обомлела, когда ей открыла такой мор. Волшебной была, она волос красивый, ярко рыжий, точеный нос, румяна слыком, и взгляд такой шальной от глаз бесстыжий. Страшная ласка, кто здесь будет горой, и взгляд шальной. Страшная ласка, кто здесь будет гром? Я шарашена, дверям посторонилась. Она прошла, и прямо вслед за ней такая красота вдруг ветром скинилась, что не было ее милей, родней. Не кричай в прекрасную с листопадом, всплакнули вместе проливным дождем. О, синяя ты души моей отрада, богат душой, кто осенью рожден. О, осень, ты души моей отрада, богат душой, кто осенью рожден. Когда она ушла, я очень долго смотрела в дверь, неси дверь закрыть, а с неба падал снег на память только. Ребили грустью образ, что нельзя забыть. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Сегодня осень, дверь мне позвонила. Стихи Ларисы Рубайской. Видео Сергея Нинашева. И на этом, друзья, я заканчиваю наш обзор. Обзор ожившей поэзии, романса, который я назвал «Романсы в ожившей поэзии». Это будет уже часть десятая наших замечательных романсов на стихи разных поэтов, которых уже более 260, а который обзор я, извините, сейчас не помню, наверное, 234. Всем хорошего, до свидания, до новых встреч.